Бывший боец по смешанным единоборствам, теперь актер Олег Токтаров, отказался от роли в Голливуде. Американцы, по его словам, предложили ему сыграть, я цитирую, «жестокого сепаратиста, воюющего на юге Украины». Конец цитаты. По сценарию, герой Токтарова должен уничтожить жителей мирной украинской деревни, а затем вместе со своим отрядом преследовать офицеров со сбитого американского самолета. Россиянин ответил голливудским продюсерам, что лучше будет голодать, чем играть такую роль. Вот что актер рассказал нашему каналу. Знаете, для меня это был такой толчок очередной к войне, толчок очередной к... То есть, помогайте нам в нашей лживой пропаганде. То есть, притом достаточно грязно это было написано. Ну, сами посудите, начало. Группа российских, русских, не российских, а русских сепаратистов, после того, как они разрушили мирную украинскую деревню, сбивает американский военный самолет. Ну, я верю в сказки. Сказки, если это добрые сказки, что же в них не верить? Там, но в такие сказки верить и играть их совершенно не хочется, ни за какие деньги.